Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня мы готовим очень вкусное и сытное блюдо – баклажаны гармошкой с мясом в соусе. Для нашего блюда нам нужны будут следующие продукты. 300 мл томата или томатного сока, 300 мл воды, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка сахара, соль, перец добавляем по вкусу, 2 баклажана – и 400 граммов фарша. Фарш солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Теперь приступим к баклажанам. Значит, смотрите. Разрезаем пополам. Разрезали. Дальше что мы делаем? Берем две палочки, две шпажки деревянные. Прикладываем к баклажану и нарезаем. Не до конца. До шпажки. Толщина этих полосок приблизительно 4 миллиметра. Теперь мы шпажки убрали. Раз, два, три, четыре, пять. Отрезали. Раз, два, три, четыре, пять. Отрезали. Раз, два, три, четыре, пять. Отрезали. Баклажаны не забываем посолить. Теперь берем фарш. И вот так открываем веерок и заполняем его фаршем. Очень красиво получается и вкусно, так как тушить мы будем блюдо в томатном соусе. Рекомендую, попробуйте, приготовьте. Вот берем и наполняем каждый веерок. У меня сейчас на кухне окно открыто, потому что очень жарко. Извиняюсь за сигнализацию. Можно приготовить такое блюдо даже для гостей. Вы представляете, как вы удивите их подачей. Смотрите, какая красота. И дальше берем. Баклажаны нафаршировали. Смотрите, какие красивые. Теперь продолжаем дальше готовить блюдо. Нам нужно приготовить соус, подливу, в которой будут готовиться баклажаны с мясом. Значит, выливаем томат 300 мл. Выливаем воду 300 мл. Добавляем сюда 1 столовую ложку сахара. Добавляем сюда 2 столовые ложки соевого соуса. И добавляем сюда соль и перец по вкусу. И ждем, когда подлива у нас закипит. И немного черного молотого перца. Подлива закипела. Буквально 3 минутки. Немного увариваем соус. Огонь уменьшаем на минимум и начинаем выкладывать баклажаны. Баклажаны также дополнительно еще пустят сок, поэтому все будет хорошо. Сейчас берем ложечку и вот так немножечко покроем подливой. И продолжаем дальше выкладывать. На медленном огне тушим до готовности, при этом накрываем крышкой. 25 минут и баклажаны готовы. Вы посмотрите, какое ароматное блюдо, а какое аппетитное. Рекомендую всем приготовить. Сверху посыпаем зелень и петрушки. Всем приятного аппетита. Радуйте свою семью только домашней едой, ведь это так просто. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока! Ну что, попробуем баклажаны. Сочные, нежные, мягкие, с фаршем. Очень сытно, вкусно, поэтому готовьте. А такая красивая подача удивит каждого. Смело готовьте, даже не раздумывая.
Подливу можно приготовить и без соевого соуса. Это дело вкуса. Баклажаны нежнейшие, фарш сочный, поэтому готовьте, готовьте и еще раз готовьте. Отличное блюдо.